прокуратуры города Артема утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины. По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в подсобном помещении, предназначенном для проживания сотрудников, расположенном на территории гостиничного комплекса, в ходе ссоры с потерпевшим, возникшей на почве личных неприязненных отношений, с целью причинения смерти последнему нанес ему множественные удары ножом в область шеи, туловища и конечностей. Вследствие преступных действий, в результате массивной кровопотери, развивавшейся в результате полученных колото-резанных ран шеи, на месте происшествия наступила смерть потерпевшего. Органами предварительного следствия фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», то есть умышленное причинение смерти другому человеку. За совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.